Так, вот у нас... Что там, маленький? Парень. Маленький, да? Молодчик, вы первый раз, да? Да. Вот парень первый раз. Сейчас мы посмотрим, как он будет учиться. Для тех, кто хочет научиться. Смотрим. Сколько тебе лет? 10? 10 лет. Богатырь такой, 10 лет. Вот сейчас мальчик 10 лет будет... Будет кататься первый раз, и мы посмотрим, что это совсем не сложно, друзья, для тех, кто хочет научиться кататься на монолыжи, водные лыжи назовем, нет, водный сноуборд, водный сноуборд, водная доска. Идет инструкция. Идет инструкция, как это делается. Я тоже в захвате, так что, друзья, вы поняли, если вы катались на скейтборде или вы катались на сноуборде, то у вас не будет здесь проблем совсем. Здесь немножко тяжело будет выйти, научиться выходить из воды, я понимаю, это очень важный момент. Когда я катался на водных лыжах, катался и выходил из воды с лодки, то есть нас лодка тянула, а там было намного сложнее. Но, в принципе, идея такая, что очень важно. Очень важно выйти из воды, прямо правильно выйти из воды. Это очень важный момент. Сейчас идет маленькая инструкция, вводная инструкция, как это делать все. Тебе нужно понять, что руки, точка, вал, это не точка опоры. Твоя точка опоры, это доска, это твои две ноги. Поэтому ручку не надо, потяни на себя. Потяни на себя ручку. Тянуть на себя, потому что ты будешь проваливаться назад и падать. И тянуться за ней тоже не надо. Тебе нужно удерживать ее, а стоять самому на доске. Окей? Понял, супер. Значит, ты вот так в таком положении. Доска будет перед тобой плавать. Я буду подавать потихоньку скорость. Ты поджимаешь коленки к плечам и садишься на корточки. На корточках поддавливаешь пяточки. На корточках садишься. Вот, прям на картонах. Умеешь, знаешь, как пацаны сидят на картонах? Вот так вот на картонах ты начинаешь вставать. И разворачивать одновременно левую ногу. Вот. Руки держишь ровно. Таз над доской. Если что, ноги согнуты в колени. Все, на пол. Ты надеваешь шлем. Привет! Друзья, ну вот вы получили водную инструкцию, как надо выходить из воды. Один из важнейших аспектов катания на водной лыже. Вот это очень важный момент, группировка и так далее. Теорию увидели, теперь нужно практиковаться. Практикуйтесь дома, начиная в ванной. Залез в ванну, можно практиковать. Окей. Заботливые родители, которые привели своего малыша, чтобы он научился кататься на монолыже. Супер. Монолыжа можно назвать? Ну, назовем монолыжи, да. Это захватывающее впечатление. Вот Андрей, 10-летний богатырь такой, 10 лет мальчик, вы знаете, он 1,65 м уже ростом. Андрей, сколько тебе, какой рост у тебя? Где-то 1,52 м, 1,65 м. 1,60 м, наверное, целый, да? Я 1,65 м. Ну, в общем, 10 лет. Вот это богатырь, конечно. Ну, молодец, сейчас я уверен, что он справится. Спортом занимается, нет? Эй. Так. Это вы его накачивали, да, чтобы он шел? Накачивали его? Да. Вы его накачивали, да? Накачивали? Ну, накачивали, именно вдохновляли его, да, чтобы он получил, да? Не, просто это он, это он уже записываете. Так, вот мы одеваем, вступаем на лыжу. Не, нормально. Эти штуки вытягиваешь и затяжки вниз. Там точно так же, давай сам. Давай, давай сам. А это пульт, которым будут джойстик, которым управляют процессом езды. Итак, застегиваем лыжи. Очень важно, чтобы лыжи крепко были закреплены. Как же, как ботинки, даже как ботинки, лыжные ботинки, они должны быть очень классно, крепко
крепко они должны быть застегнуты. Ручки держишь ровно. О, Андрюха! Все. $25. И сейчас будет первый выход из воды Андрея, которому 10 лет. И который молодец. А вот он сейчас будет выходить. Пока не спешите, я сейчас выровняю под трость. Руки ровно, ровно, ровно руки. Ножки, пятки, нравится? Берешь ручку, поднимаешь руку, я понимаю, что ты готов. Окей? Ты готов? Да. А руку? Руку подними. Руку, говорю, подними. Одну. Рука! О, все, супер. Отлично. Хорошо, не спеши. Двумя ногами одинаково. Инструкция. Нет, не погружай. Да, упирайся пятками. Понял? Да. Пятками в доску. Давай. Еще раз. Сейчас у тебя все получится. Доска должна быть сейчас ровно вот так стоять. Смотри на меня. Вот так. Перпендикулярно. Окей. Руки держи ровно. Потихонечку садись на корточки. Разворачивай ногу. Разворачивай ногу. Вставай. Неплохо, неплохо. Супер. Хорошее чуть-чуть начало. Быстрее. Молодец! Чуть-чуть круто. Быстрее вставай и разворачивай ногу, окей? Подгибай ручкой. А можно просто ноги поднять в воздухе и перекинуть, да? Андрей! Мальчику 10 лет, между прочим, хочу вам сказать. Справляется хорошо очень. 10 лет. Для 10 лет мальчик молодец. Я думаю, что он выйдет с третьей попытки точно. Давай, о, давай, уже давай, вышел. Давай. Вот он, пошел со второго раза. Молодец. Е-е-е, со второго раза пошел. Молодчинка. Look at this, man. Со второго раза мальчик вышел. Ай-е-е. Ай да молодец. Ай да молодец. Со второго раза вышел. Андрей, ты крутой! Довольные родители. Мама и сестра. Е-е-е. А ты разворачиваешь? Да.